для получения и собирания водорода используют в лаборатории аппарат КИППА. Его заряжают на водород, засыпая в центральный шар гранулы цинка. Сверху через воронку наливают раствор соляной кислоты. Вначале она заполняет верхний шар, поскольку кран перекрыт, доступа воздуха из среднего шара в атмосферу нет. После открывания крана она опускается в нижнее полушарие, заполняет его полностью и поднимается в центральный шар. На контакте цинка и кислоты проходит химическая реакция, в процессе которой выделяется водород. Собираем водород вытеснением воздуха и проверяем его на чистоту. Смесь водорода с воздухом взрывоопасна. И если он загрязнен, то раздается громкий звук. Лающий. Вот такой. Если водород чистый, то он сгорает тихо. Вот так. Получить водород можно, используя упрощенный аппарат КИППА, который называется прибор для получения газа, или прибор Кирюшкина. В колечко на воронке помещаются гранулы цинка. 5-6 штук. Аккуратно, перемещая ее вниз, мы закрепляем пробку в пробирке. В воронку наливаем соляную кислоту. Взаимодействие цинка с кислотой – реакция гетерогенная, проходит на поверхности цинка. Откроем зажим и будем собирать выделяющийся газ. Перед проведением любого эксперимента с водородом вначале его обязательно следует проверить на чистоту. То есть поджечь собранный водород чистый.